Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в моем ретро-разделе «Назад на рыбалку в СССР. Ретро-ностальгия». Сегодня мы поговорим еще об одной интересной зимней удочке. То есть я показывал вам удочку, вот такую «Снежинку-2», производство «Росход рыболов Союза», ЦОКБ, удилище зимнее 1, «Снежинка-2». Вот такой логотип рыбака. Сегодня я покажу удочку, она намного... была выпущена раньше по времени, точно не знаю когда. Тоже Росход Рыболов Союз, ЦОКБ. Вот такая удочка. Давайте рассмотрим ее поближе. Сразу давайте покажу. Здесь вот логотип, рыбак. Сидит рыбак на зимней рыбалке. Вот у него удочка, леска видно. Росход Рыболов Союз. ЦОКБ. Цена 70 копеек, мы видим. Такая удочка. И давайте ее рассмотрим. Итак, я показывал уже удочку. Обзор, распаковку вот такую. У меня по этого производителя еще одна удочка. Но она выпущена намного раньше. И это видно. Здесь, смотрите, по типу. Ну, это обычная удочка балалайка. Здесь, к сожалению, у меня... пластиковый винт не сохранился. То есть она досталась мне уже без пластикового винта. Вот такая вот удочка. Здесь элементарная конструкция. Здесь барабан регулируется тем, что вот смотрите сзади. Вот такая вот гайка железная с пластиковой ручкой, рукояткой. То есть мы ее крутим и тем самым зажимаем катушку, либо отпускаем катушку. Вот такая у нас вращалочка. Здесь одно большое отверстие для шестика. Но также сбоку предусмотрено, с одной стороны, сбоку предусмотрено отверстие. То есть мы вот так вот продеваем под леску. То есть все предусмотрено. Небольшой такой вот шестик. Это я показывал. У меня самодельный кивок. Сам делал я кивок с лески. Вот такой вот кивочек. Но что хочу сказать по удочке. Удочка она достаточно небольшая. То есть достаточно удобно она будет сидеть в руке. И очень легкая. В длину она всего лишь 18 сантиметров. И вес ее вообще микроскопическая удочка. Очень удобно будет ее держать в руках. Вот такая вот удочка балалайка. Всего 29 грамм весит. Чем хорошо, что очень легко вот здесь надевается любой кивок. И очень легко можно играть ей в руках. То есть она очень легкая, очень удобно ее держать. Никаких усилий это не составляет. И здесь мы видим, говорю, логотип рыбака. Росход Рыболов Союз. ЦОКБ. Цена 70 копеек. Вот такая вот зимняя удочка. Как бы, ну а вы напишите в комментариях, у кого была такая зимняя удочка, кто что на нее ловил, мне будет очень приятно. Как бы, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.